Постойте. София нам сейчас скажет пару слов для тех, кто нас смотрит. Специально для вот тех, кто смотрит. Анечка, не прячьтесь, Анечка, покажите. Чтобы сюда видно было тоже. Вот ее тоже видно. Я хочу сказать, что очень много лет назад, 23 года, когда я уезжала из Советского Союза, у меня был страшный страх, как я буду жить без театров, без кино, без иностранной литературы и так далее. И больше всего я боялась, что я никого не встречу и буду очень одинока. Но муж-то у вас был, и трое детей. Миш, ну это же мне мало было для полного счастья. Я же должна была где-то... Это же военные действия. Да, я же должна была где-то реализоваться. И я никогда не могла даже себе представить, что в Америку приехало столько прекрасных, интеллигентных, умных, настоящих людей, с которыми... И не только из Одессы же. Нет, не только, так, конечно. Со всего Советского Союза. Так, которые имеют те же value в жизни. Угу. Которые очень порядочные, очень интеллигентные. И с ними хочется быть рядом. И я благодарна, что судьба так сложилась, что мы все нашли друг друга. И, в общем-то, Америка – это такая страна, которая дает каждому шанс в жизни. И возьмете вы его или нет, это уже в ваших руках. Так с театрами-то что? С театрами здесь, оказывается, все нормально. Если только хочешь, можешь ходить. Здесь прекрасные спектакли, здесь чудесные актеры. Слушайте, они же все сюда приезжают, и Большой, они и, приезжают, и из Питера. Но иногда там, даже когда ты там... Маринка. Я давно уже не была, но иногда, когда ты ездишь в Нью-Йорк, это было много лет назад, и ты ходишь на Бродвей, ты смотришь эти театры одного актера или даже просто, который приезжает из Англии, это всюду, ты понимаешь, они играют потрясающе. То есть каждый может найти в Америке все, что ему нужно, если он только очень этого хочет. Да, вплоть до того, чтобы вообще по театрам не ходить. Да, но если ему не надо, он может и не ходить. Да, но... и никто ему не скажет, что он не культурный. Конечно, никто. Поэтому у каждого здесь есть своя дорога, и, в общем-то, мы все очень благодарны этой стране, что она нас приняла и дала нам шанс в жизни. А молодежи что-нибудь скажите, вот 18, 19, 20 лет, вот такие совсем молоденькие. Ну, я считаю, что вообще самые счастливые – это те, кто приехали дети. Я могу сказать, что очень много детей здесь очень-очень хороших. Например, у Насти был маленький ребеночек, когда, например, сколько ему было лет? 3. Ему было 3 годика. И я рассказала это даже дома, что меня поразило, что он приходит к нам, и Настя дает ему кушать. И он сидит около нее, и я ему говорю, почему ты не кушаешь? Он говорит, я жду свою маму. И когда она подошла, он сказал... Он сказал ей, что ну, я желаю тебе хорошего аппетита. И то есть я подумала, что даже, знаешь, здесь говорят, что в Америке все дети, они там то, сё. Ну, в общем-то, если ты вкладываешь, то ты очень даже можешь вынуть. То есть и это было настолько искренне, как он сказал. Так, и спокойно. Он такой хороший ребенок, если его даже чем-то угощаешь, вот он приходит, конфетку берет. Да. И он говорит, я говорю, ну бери. Он говорит, нет, я должен маму свою спросить, или она мне разрешит. Да. Есть... А еще как-то он так вот совершенно на ровном месте, я это, может, провоцировал, конечно, я не помню, он говорит, моя мама, говорит, самая лучшая. Да. Вот они, американские дети, София. То есть я имею, я хочу сказать, что здесь можно растить их, нормальных, хороших детей. И, в общем-то, я не думаю, что если бы я была в Союзе, могли бы мои дети достигнуть того, чего не достигли здесь. А вот это? Ну, то есть... Это я могу сказать. То есть и все было в их руках, потому что я им не помогала. Ни в образовании, ни в их туишн, ни во всем. Поэтому здесь я очень люблю, конечно, ту страну, с которой мы уехали. Может, это... Почему? Потому что это была моя молодость. Да. И мне все казалось, там, друзья, это жизнь и все. Но я хочу сказать, что Америка – это страна, которая каждому дала шанс. И кто чего здесь добился, что я всегда говорю и повторяю, что здесь никому нельзя завидовать, потому что мы все приехали с одним и тем же шансом. Кто был посмелее, кто был поумнее, кто добился большего, кто был, как говорится, ну, как не очень такой смелый и не был безумно талантливый. Так ему просто хорошо. Да, ему просто хорошо в жизни. Поэтому... Мы очень рады, но главное, к чему я все это говорю столько так долго, что здесь очень много хороших людей,
настоящих, порядочных, искренних, угу. которые приехали, и мы благодарны Богу и судьбе, что мы нашли друг друга. Поэтому мы пьем за всех нас. Все, выпиваем. Так, торжественное выпивание. Браво. Команды Спасибо. Готовы. Браво. Вбрасывание. Ничего не наливай. Пусть жизнь. Клубника. Я же ведь